Потому что на меня напали. Вы не слышали? Из-за плаката? Бред собачий. Это бессмыслица. Верни ему плакат. Он почти разорился, пойми, Артур. Зачем мне красть плакат? А мне почем знать? Я не могу влезть тебе в голову. Если ты не вернешь плакат, мне придется вычесть его из твоей зарплаты. Тебе ясно? Слушай, я пытаюсь тебе помочь. Ясно? И вот что я тебе скажу. Другим парням не очень комфортно рядом с тобой, Артур. Потому что люди думают, что ты странный. Ясно? Ужасное здание, правда? Это ужасное здание, да, мамуль? Да, мы слышим тебя, Джей-Джи. Оно такое ужасное, мамуль. Да, мамуль? Это здание такое ужасное, скажи. Угу. Эй! Идем. The moon is a silver dollar shining up in the sky. Голову? Может, почтальон их выбрасывает? Почему эти письма так важны? Что он, по-твоему, сделает? Он поможет нам. Ты работала на него сколько? 30 лет назад? С чего ему нам помогать? Но ведь Томас Уэйн хороший человек. Если бы он знал, как мы живем, и увидел это место, ему бы стало тошно. Я не знаю, как еще это объяснить. Не беспокойся о деньгах, мам. Или обо мне. Все говорят, я уже готов для выступлений в больших клубах. Ну, с чего ты взял, что у тебя получится? В смысле? Но ведь комик должен быть смешным. Как тебя зовут? Артур. Привет, Артур.
Ты хорошо танцуешь. Знаю. Знаешь, кто плохо? Он. Что это было? Ты в порядке? Мам, что? Этот шум. Ты слышал шум? Я смотрю старый фильм про войну. Сделай потише. Прости, мам.